Мы с ребятами очень давно хотели попасть в горы. Самое сложное было спланировать. Ехать пришлось вслепую, ведь мало кто катал на лонгборде в Карпатах. Мы не знали, какой будет асфальт и трафик, но нам повезло, и поездка вышла отличной. Is an animal, and once there was an animal. It had a song that mowed the lawn. Вчера мы провели полдня в дороге, но мы приехали в Буковель, заселились в прикольный домик и уже успели объездить пару мест, чтобы присмотреть споты на сегодня. Сейчас ребята собираются, и мы планируем выдвигаться катать. Мы едем сейчас посмотреть пару трасс на наличие спотов. Надеемся, что не будет трафика, и мы найдем хороший асфальт. Снимал!